Друзья, всем привет! Вы на канале «Мой сад, моя гордость» и с вами Елена. Сегодня мы поговорим с вами о прудике, потому что многие мне пишут, спрашивают: «Лена, оставляю ли я воду в прудике? Как я делаю, убираю ли я свои нимфеи вот из пруда?» И вот я хочу ответить на ваши вопросы. Друзья, воду я не сливаю с пруда. Я просто туда кладу деревянные брусочки для того, чтобы не лопнул прудик. Тем самым вода у меня остается, замерзает, да? Я пользуюсь потом этой водой, когда теплицу запускаю уже где-то в начале апреля, да? Запускаю, и то бишь отсюда, когда вода тает, я беру отсюда воду, чтобы не подключать водопровод зимний, да? Такие вот дела. Спрашивают про нимфеи, убираю ли я их или не убираю, потому что многие убирают свои нимфеи там в подполье, в подвалы. То есть нет, друзья, когда я приобрела свои нимфеи, мне тоже сказали, что нужно убирать их там в подвал, в ведро, то есть с небольшим количеством воды. Я так и сделала, да, нимфея выжила. Но хочу сказать, также у меня потом мне подсказали, что: «Лена, а зачем ты их убираешь?» Нимфеи у меня сидят в горшках. Я просто спускаю нимфею на самое дно своего прудика. Естественно, прудик замерзает, но я хочу сказать, что нимфеи ничего не делается, друзья, абсолютно ничего. То бишь, у меня уже нимфеи не один год, у меня их тут две. Я также говорю, что есть уже опыт, что уже не одну зиму они у меня перезимовали, никаких заморочек. Я не бегаю с этими горшками, никуда их не прячу, ни в какой подвал, никуда, ни в подполье, ничего, друзья, остаются и прекрасно-прекрасно зимуют. Вот. Весной, когда там уже наполовину я использовала воду, когда уже погода устоялась, я вытаскиваю все из пруда, естественно, все мою, стенки бассейна, камешки, все-все-все это отмываю, друзья. Снова закладываю, также ставлю свои нимфеи снова, ну, я имею в виду, и все, друзья, заливаю воду. Спрашивают, как у меня удается, чтобы вода была чистая в пруду. Я просто, друзья, кидаю туда шланг, ну, где-то за лето несколько раз, друзья. Просто кидаю шланг, и идет как бы обмена воды, да. Вода грязная, то есть, как говорится, постепенно уходит, сливается, да, и добавляется чистая, как бы идет замена воды, друзья. Не то, что там я вылила из бассейна и снова залила, то есть таких заморочек я не делаю, потому что времени у меня на это особо нет, чтобы опять снова доставать, опять отмывать камешки там и все такое. Нет, просто кидаю шланг и просто замена воды, друзья. Все. Тем самым там какой налет, какое что, то есть это все выходит с потоком воды, то есть и заменяется, то есть вода. Вот такой вот вам, как говорится, как я ухаживаю за своим прудиком, как я и что я делаю с нимфеями, с нимфеями в зиму, друзья. Вот я так и делаю, друзья. И воду я на зиму не сливаю. В общем, кому понравился мой ролик, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Всем вам хорошего настроения, тепла и добра, мирного неба над головой, друзья. И до новых встреч. Пока-пока.